Здравствуйте! Обзор газовой горелки Rapid от компании Splav. Эта модель рассчитана на теплое время года и подходит для групп до 5-6 человек. Ее основными особенностями являются хорошая устойчивость, наличие встроенной ветрозащиты и пьезоподжига, а также мощность в 3200 Вт. Масса Rapid вместе вот с таким вот чехлом меньше 350 грамм. Казалось бы, тяжеловато, но это обусловлено тем, что рассекатель полностью опоясан кольцом ветрозащиты, которое предотвращает затухание пламени и ускоряет процесс приготовления пищи. Три широкие опоры не позволят горелке перевернуться даже при дежурстве самого неаккуратного туриста. А зубцы сверху и снизу не позволят соскользнуть как самой горелке, так и посуде. Но имейте в виду, что поскольку это больше коллективная модель, то посуда с совсем уж маленькой площадью донышка сюда может не встать. Как и все модели с топливопроводным шлангом, данная горелка рассчитана на резьбовые баллоны. И если вы хотите применять цанговый тип баллонов, то необходимо дополнительно приобрести вот такие вот переходники. Они всегда есть в наличии в магазинах сети Splav. Для удобства использования модель оснащена пьезоподжигом и топливопроводным шлангом удлиненного размера, что позволяет отодвинуть газовый баллон подальше, дабы он не мешал готовке. Остановив свой выбор на этой горелке, да, впрочем, как и на любой другой горелке от компании Splav, вы получаете год гарантии. Ну и постгарантийная поддержка также имеет место быть. Обратившись в компанию Splav любым доступным способом, вы можете быть уверены, что вам помогут с ремонтом или подберут запасные части. Ну и субъективный замер закипания — пол-литра воды. При наших условиях температура окружающего воздуха около 15 градусов, высота над уровнем моря порядка 100 метров, без использования внешней ветрозащиты и открытой крышкой на кастрюле мы получили 2,5 минуты. Но имейте в виду, что этот результат может меняться как в одну, так и в другую сторону и зависит от условий, в которых вы находитесь. Посмотреть актуальную цену вы можете, перейдя по ссылочке в описании к видео. Спасибо за просмотр и хороших вам походов со снаряжением от компании Splav.